У Костюковіцькім районі нарощують об'єми витворчості молока. До кожної живіли у господарках підходять індивідуально, а у годовлі телятів використовують інноваційні технології. Подробязності у нашої здымочної групи. Молочно-товарная ферма «Муренбур» – одна из лепших у районе. Сёлета тут за 4 месяца реализовали 704 тонны молока. При этом гатункам экстра 90%. Таким чином на молоце заработали 3 миллиарды рублей. Таки выник – командная праца у двух напрямках: снижение собекошту молока и повышение яху якости. Гэтая праца начинается одразу с яслю для телятов. Мы внедрили сюда, согласно регламенту, и выпойка поменялось, и уход, и содержание. Сами видите, все в индивидуальных домиках, содержится 21 день, все строго. Это стартеровое применение стартера комбикорма КР-1, выпойка зонтом Молозева проверена свыше 55 плотности. Подрощивание протягивается 9 тыдня. У рацион дойного остатку так само под узмоцненным контролем. Как повеличить колькость молока, у Костюковицким районе увидены так званый фронтальный выпас. Сейчас уже минут через 15 добьем эту загонку и уже будем перепускать, чтобы не портить траву. И они, чтобы каждый раз поедали новую пищу. И постоянно у нас скот получается в движении. Нету того, чтобы он лег, лежал, отдыхал. Он постоянно ест, 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 ест. Это отражается на молоке. Сейчас, если больше скотина съест, то больше даст молока. За колькостью у господарках района не забываются на якость. Рацион тут подбирается згодно анализу крови живелов. И это сусветный стандарт. Сдаем анализ крови от животного, берем, анализируем состояние, смотрим, чего не хватает. И согласно анализа крови делаем рацион под каждую группу животных. Нужно больше сухого вещества, чтобы содержалось в кормах, не менее 35%. Ну и сбалансированность белка и сахара. У лепших господарках района надои наближаются до 17 литров на корову. Средние показчики по районе больше теплые, але стратегичный план предугледжвая нарушивание надоев. Тем больше, что и кормовая база зараз различена на отрымание 15 литров от буронки. Татьяна Дмитриева, Миколай Соболев, Новин регион.